Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На Победиловском тракте камера зафиксировала, как столкнулись два мотоциклиста. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На Победиловском тракте в ДТП чуть не пострадали два байкера. Группа мотоциклистов начала парковаться, но один не сразу это понял. На перекрестке улиц Московской производственной не соблюдал дистанцию водитель белого автомобиля. Он въехал в черный кроссовер, когда тот пропускал желтую иномарку. Там же на улице Московской кроссовер съехал на черный «Опель». После удара водители вышли осмотреть повреждения. На проспекте Строителей водитель Hyundai опасно повернул налево. На улице Воровского таксист-нарушитель на синем Рено проехал на красный сигнал. На Октябрьском проспекте владелец регистратора наблюдал за хулиганом на белом ленд-крузере. Водитель дорогой иномарки явно куда-то торопился. На площади Лепси он подрезал автобус и уехал налево. На улице Володарского камера зафиксировала, как школьники массово переходили дорогу в неположенном месте. Михаил Вагин, место происшествия.